Мем, страница Мем. Как домашнее задание, сейчас вам вперед уже скажу, поступите как необычно. У Раби Элиэзера он так видел мир, что Анитова самая важная черта. Теперь каждому трибуну дали, и каждый из наших учителей высказал не то, что тут так нужно понимать, не то, что есть вещи, которые часто они говорили. Вот Раби Элиэзер часто говорил три вещи. Сейчас мы видим, какие. Домашнее задание, какая связь это с Анитова? Может быть, нет никакой связи. Анитова он считал, что это главная мида. Но сам по себе он говорил три неких постулата, которые, может быть, и нет связи. Я, это домашнее задание. Нет, я ничего не хочу сказать. Итак, мы читаем на странице Мэм. Гэм Амру, каждый из них, что ша дворили, говорили три вещи часто. Раби Элиэзер Омер, Игих, Вот, Хаверха, Хавив, Алеха, Кешелха. Здесь они говорят через высокий стиль. Их вот хаверах поэтому. Дальше Хавив, Алеха, Кешела. Это высокий стиль. На иврите уже, как я сказал раньше. Хаверха и Шелха. Да? Значит, что мы имеем? Их вот хаверха, хавив, алеха, кешерха. Иврит понятно. Что такое кавод хаверха? Это непонятно. Но, например, ты его уважаешь, и для тебя это так же дорого, как тебя уважать. Один подход. Да? Или, может быть, вот хаверха, его достижение, то, что он миткабет от этого, то, что он доволен, то, что ему важно. Тебе это так же важно, как будто это твое. Такое разное. Второе, что он сказал, «Ве ау тиги ноах лихос». Так что он говорил, «Один сплошной айн тава, так и не имеет причин лихос». Мы видим, что айн тава не предотвращает. Человек может рассердиться, но он говорит, «Ве ау тиги ноах лихос». Он не говорит вообще «Ве лихос». Потому что вещи могут быть разные, когда вызывают эмоции. Но, говорит, надо не торопиться, потому что, во-первых, надо найти лекарству. Может быть, можно оправдать того человека. Или, может быть, можно найти причины, которые не оправдывают его, но поясняют, почему это происходит. То есть, не надо чуть-чуть подержи. Или, как говорят сегодня, посчитай до 10 или до 100, смотря тому, что говорят. Кому-то нужно сказать до 1000. Когда, может быть, когда не будет сердиться. Он заснет тогда. А достал само быть теперь. В общем, говорят так, короче, не торопись. И последнее, третье, вышу в Йом Эфат лифне митатха. Сделай чего за один день до смерти. Такую легкую задачу. Да. Живи как хочешь, делай как хочешь, но за день до смерти надо сделать чего. А вот где Раби Натан, где часто разные подробности, можно понять, как это учить. Есть книга «Вот где Раби Натан», похожа на Пиркей Авот. Тогда же Раби Натан был один из... Тогда времен Раби Акивы, то есть как бы некий черновик. Пиркей Авот просто более сжато и пропущено, профильтрован. А вот где Раби Натан намного больше, чем Пиркей Авот. И там больше непрофильтрованных вещей, такие повторяющиеся или что-то. Хорошо? Но там и тоже очень много, понятно, большое. Когда там говорится, что Талмидим спросили, даже не его, по-моему, а чуть-чуть типа Раби, не его даже питают. Как это, что он имеет в виду? Потому что его ученики не понимали, что имеется, а уже позже уже не понимали. Как это Йом Эхад Лифнейну от отца? А что бы взял всю жизнь? Но всю жизнь он видел, что хочет. Что это значит? Понятно, ты же не знаешь, когда ты умрешь. Никто не знает, когда он умрет. Значит, это каждый день надо делать чудо. Нельзя откладывать на то время, когда я последний день у меня будет. Если человека приговорят к повешению, это все равно не последний день. Это кто знает? Может, он не будет последний день. Поэтому надо до того, как приговорили к повешению, делать.
А так он сказал, вот у меня уже точный день известен. Неизвестно ничего. Значит, понятно, да, о чем идет речь. И это он три вещи говорил Раби Элиэзер. Дальше от его имени говорится. То есть это три вещи, которые это три. А дальше это от его имени. И в одной книге приводится, что это даже четвертое поколение после него. Типа вот, мне кажется, там один из них был Раби Илаи, отец Раби Ихуды, бен Раби Илаи, и там еще кто-то, это четыре поколения после него. Где-то тот говорил от имени Раби Илаи. Это значит, что Раби Илаи не говорит во все время, но когда-то он сказал это, и когда-то он так рекомендовал. И то, что мы будем читать, это рекомендация от имени Раби Элиэзера, а не то, что он все время говорит. Эти три вещи он все время говорит. А то он просто порекомендовал. Читаем его рекомендацию. «Вегеве загир бегахалатан шело тикаве». А, извини, третий строчка с ним. Четвертый же. «Вегеве нитхамем кенегет уран шел хахамин». Старайся греться от тепла. Ур – это не свет, а тепло. Как у огня есть костер, есть тепло костра. Это ур. Да? Старается греться от тепла, которое хахамим излучает. Прекрасно. Продолжение. «Вегеве загир бегехалатан шело тикаве». Только будьте осторожны от этих уголь есть, от которого костер идет. Будь осторожен с этим, иначе обожжешься. Что это значит? Это значит, не было запанибратства. Запанибратство с учителями тоже. Не знаю, что запанибратство, это значит, как будто это одно и то же. Приятельство. Как будто мой приятель. У меня есть приятель, там какой-то большой человек, потому что он мой приятель. Это вот не надо, потому что каждый можно обжечься, потому что на небе на это очень плохо смотрит. Человек обожжется. На практике, например, мы замечаем сплошь и рядом. Казалось бы, человек, который это слушает, скажет, ну, в принципе, он не жмет в голову сказать, что это там Роши Шива, там кто-то Ребе большой, мой приятель. Ему уже 70-80 лет, я еще молодой человек, мне 40 лет. Какой это понебрат? Кому это совет? Или вообще мне 25 лет? Я не могу, это очевидно, что я не могу быть. Знаешь, утверждать, что я просто хороший приятель. Он мой приятель. Так он мне приятель, ему 80 лет. На самом деле все это есть, но только в другой форме. Сейчас я вам покажу, в какой. Сплошь и рядом. Я очень с этим боролся, когда вот Ицхак, он учился в Орсамеевке, где я преподавал. Вот он бы помнит. Я ученикам давал всегда диврей Тора говорить. И они таким образом выросли, очень развились. Потому что очень нехорошо, когда человек стесняется, ну, все стесняются, никогда не говорит ничего хорошего другим людям, публичным образом. Не один на один, а публично. То есть боится выступить, боится сказать. Я всех просил, и в шаббат, три сиуды, плюс перед Каббалат шаббат, четыре человека каждый шаббат у меня выступали с еврей Тора. И поскольку они слушали других людей, не только меня, они разных слушали, то у них была такая болезнь распространенная, и я старался ее вылечить. А именно, это выглядит так. Берется пасук из Параша до Шавуа. Рассказывается. И рассказывает он, еврей Тора, что Раши в комментариях там так-то и так-то это объясняет. Хорошо, софа, софа. Прекрасно. А Рамбану не так это объясняет. Мне... И он говорит, вот мне, например, кажется, что вот Рамбан здесь более правильно объясняет. Да, более правильно объясняет. Нет, он не критикует Рамбан, он говорит, что более правильно объясняет. Но только фиитет такой, то который тут нет. А есть то механическое понимание текста. А это же кодыш, а с кодыш можно обжечься, как это здесь говорится, нужно осторожнее. Вот вам не надо ходить далеко и искать проблему там, где ее нет, что
30-летний парень назовет какой-нибудь там праведный человек 80-летний, что это мой приятель. Ну, не назовет так. Но у него приятели Раши, Рамбан, и этот, и тот, и 20-й, 50-й, все у него приятели. Этот прав, этот не прав, этот то, этот все. Вплоть до дикости, тогда уже в нашем кругу среди людей, соблюдающих Тору, уже дикости проводятся, когда говорится, что этот учитель Торы правильный, а этот неправильный, и просто начинается уже дикость. А как поступать? Действительно, один сказал одно, а другой сказал другое. Раши Рамбан не горит, по крайней мере. Просто нужно уметь грамотно говорить. А сегодня так говорит, сейчас вот насущные проблемы сегодняшнего дня. И один большой раввин говорит «А», а другой говорит «Не А». Это не то, что там «А» или «Не А». Это не может быть то и то одновременно. Что делать? Мне нравится, как этот сказал. Так нельзя говорить. Это классика вот отсюда. Вот это то, что мы учим. Так нельзя сказать. Можно сказать, что как нужно говорить, что это какой-то большой спор. Я не понимаю всех нюансов. То, что я сейчас говорю, это годится для каждого, потому что никто не может сказать, что я понимаю все. Я не понимаю все нюансы, и, так сказать, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но, значит, я иду по такому пути, вот как вот этот сказал. Я не знаю. А, но те же идут по другому пути, пока никто. Они такие же, как я. Просто они идут по другому пути, потому что там учитель сказал, и здесь учитель сказал. Я не знаю, что сказать. Это называется уважать, он не делает такого. Да, но они же идут наоборот, чем ты идешь, но так они идут наоборот, чем я, что я могу сделать. А то, кто вы это? А ты их будешь переубеждать? Смотря как, если они просто следуют какому-то учителю, я их не могу переубеждать. Если они сами так хотят, то могу переубеждать. То есть нужно еще. Нужно же думать, надо ли кого-то переубеждать в этих вопросах. И когда человек не соблюдает шаббат, понятно. А когда человек в нюансах, когда два больших учителя говорят противоположные вещи по реалиям сегодняшнего дня, почему нужно кого-то переубеждать? Это говорит так, это говорит так, это кто-то не относится напрямую. Иначе можно встрять вот в это самое. Вот видите, как это практическая вещь оказывается. И совершенно не там лежит, как всегда это объясняют. Дескать, а, приятели, нужно уважать учителей, не говорить, что это мои приятели. Это никто так и не говорит, особенно сейчас, как маломальски думает. Но делает именно так. Раши сказал, Раши прав, Рамбан не прав, это то сказал, это то сказал. Подумаешь, он сказал. Вот, ну и что, что Рамбан сказал? Слушай, надо. Ну и что, что Рамбан сказал? А в Шулхан Арухе не так. Это еще не знаю, что знаешь, что Шулхан Арухе. Ну так что, что Шулхан Арухе не так? Так как можно произнести такую фразу, ну и что, что Рамбан сказал? Мало ли что в Шулхан Арухе написано, Рамбан говорит не так. Вот вам обратно. Сплошь и рядом это стоит. Потому что между Рамбан и Шулхан Арухом есть разночтение 500 штук, минимум, если не 1000. Ну так что из этого следует? Что все правы, вот из этого следует. А человек делает приятельство. Рамбан мой друг. Поэтому я считаю, что он прав. А Шулхан Арух не мой друг, так он не прав. Так. А почему так нельзя играться в это? Потому что прочтем три вещи. Ше, ни шихата, ни шихат шуаль. Что укус хахамим, образно говоря, это как укус лисицы. В акицатан, акицах, акра. А жало впивается в тебя, как от скорпиона. То есть уже вовстальный шутка. У лехишатан, лехишат, сарах. А шипение от них, нужно разобрать. Это как змея. Сарах это ядовитая змея. Вехол диврегем, кивехале эш. И все слова учителей это как горящие угли. Последнее понятно, как горящие угли, поэтому нужно быть осторожным всем. Так все мы начали. Начали положительно, правда? Не знали, куда придет. Начали хорошо. Правда, хорошо начали. Четвертая строчка сверху. Греться нужно от тепла учителей. Прекрасно. А потом смотрите, куда пришли. Только понебратствовать, будь осторожен.
Что мы имеем еще раз? Потому что я имею в виду Мишихат Шуаль. Что такое Мишихат Шуаль? Почему не Телек, не Зеев, не Арье? Шуаль. Не все это знают, как, что такое Шуаль. Шуаль – это лисица. Зубы у лисицы, потому что она хватает курицу и все, она пробирает раз и убегает. Как мы знаем из рассказов, от детских сказок до наблюдения зоологов, в отличие от лев ничего не убегает. Лев подходит, врубает рукой и кушает спокойно, потому что никого не боится. А лисица маленькая и слабая, она должна схватить кого-то, курицу, и убежать. Так она, у нее зубы вот не прямые стоматологии, а вот такие, вовнутрь направленные. И когда она кусает, она как граблями такими схватывает. То есть она может тащить зубами. Не вертикально, это слабо, она еще вот, у нее зубы такие, раз и вот так. Это Мишихат Шуаль. И почему это хуже, чем собака? Собака вертикаль, боли меньше. А это так, она разрывает ткани намного больше. Это больнее. Но человек, ну, вот укус лисицы, если она не бешеная, то человек не умирает, просто очень больно. Более серьезная ступень – это акицатак, акицатак – акрав, акрав – это больнее. Сам укол, жало, не больно совершенно. Шуаль больно очень, но это ничего, больно, так ты спасешься. А здесь не больно, а что я? Входит и в течение нескольких часов распространяется, и человеку будет очень плохо. Почти никогда не умирают, но опасно, очень опасно. Может умереть кто. А следующая, последняя ступень, если ты все продолжаешь запонебрать, вот такое, ты можешь быть еще осторожнее, потому что шипение будет как этой особой змеи. Сараф, это огненная змея, дословно, очень вся, может быть, мучается, очень ядовитая. Кобра. То есть, если уже зуб ее схватил, и через зуб яд пускается, как говорится, скажем так, дело плохо. Наш Рацалас раньше приехал на мотоцикле в течение 2 минут, и Ацалас, да? Ацалас, и эту самую инъекцию сделал, иначе не выберешься из этого. Это финиш. Интересно, обратите внимание, что начальные буквы всех этих слов, посмотрите, как красиво. Мишиха, номер 1, дальше Акица, номер 2, и последнее Мефиша. Такое слово получается Нааль. Что сказал Всевышний Моше Рабейну? Когда ты кусту, вкус сне, буэр баэш, велоукаль, и несгораемый куст, подходи шал на алхами рагвей, который говорит. Что будь осторожен, куст не сгорает, все хорошо, но только ты должен быть осторожен. Что такое шална овца? Снять обувь. Сними, иначе обгоришь. То есть это символ нау, это нун, айн ламет, мишиха, акица, бахиша. Так, чтобы на тебя не обрушилось это, имей в виду, там говорится, киадмат кодыш, имей в виду, что здесь кодыш. Будь осторожен, будь с почтением. Потому что Моше повернул и стал приближаться к этому. Сразу мне Акадош Барух сказал, остановись. Вот здесь стой спокойно. Сразу почтение расстояние. А Моше Рабейну был потом тот, кто приходил в Кодыш Кодашим. Потому что он взял этот урок и умел сохранять дистанцию. Это Акадош Барух. А иначе его никогда бы не пустили. Нашего брата пустишь в Кодыш Кодашим, так он... Третье, один от одного керува в карман положит, другой от второго керува. Правильно, да? Только пусти в кодыш Кодашим, а потом плиту попросит Агарона вместе с Моше. Давай зайдем, плиту унесем, там золотая плита над Агароном кодыш. Да, вот так вот наши довели себя. Поэтому, когда у человека нет дерефереса и уважения, его нельзя подпускать близко. И вот это символ шал на алха. Мишиха, Акица и Лефиша. Лефиша. Красиво, да? Вот, так это мы имеем. Все. Бехол Еврейхэ, Лехалэ Эш. И что это значит в итоге? Эш. Это дает свет, дает тепло. То есть это человек умирает.
да, не будет огня, человек умирает. Но при этом нельзя приближаться ближе, чем нужно. То есть дистанция. Говорится, пользуйся, грейся, но имей дистанцию. Красиво сказано. Почтение и прочее, прочее. Правильно, если все нормально, все хорошо. Так что даже удачник, вот это запоминает хорошо эти вот. Раби Йошуа умер, айнара, веецер гара, висинат, так обреет, мексилин, это адам минала. Не будем разбирать, просто по просьбе Аси прочитаем. Айнара, веецер гара, висинат, здесь надо будет разобрать, что это все значит. Висинат обреет, мексилин, это адам минала. И надо еще понять, что такое мексилин минала. Как там мексилин, это он. Он что, умирает? Он до 120 лет и всех ненавидит и проклинает с первого дня. Есть такие люди, знаете, все плохо. И живут до 120 лет. Кто-кто? На? Ну, тем, что нет дыры, то есть он лоша авна. Как там сидит? А там еще не понимаю. Я не понимаю. А, как это де-факто? Нет, де-факто это Митгалерим и Нашамарим. Он запонебрался с учителями и тогда либо он их, может их критикой, может быть его студиат, может ему что-то сказать, или может ему в жизни что-то будет. Это не важно, но будет вот этот элемент нехороший. Причем все понарастает, чтобы человек чего сделать. Сначала это шуа, если помогает, это если помогает. То всего доброго. Байзрат Ашем через неделю.